Всем привет! С вами Виктория Уэлд, и сегодня у нас будет очень прикольный видос. Я расскажу вам обо мне. Да. 20 фактов обо мне. Итак, погнали! Я родилась 4 апреля 2003 года. Мне 13 лет. Да. У меня много братьев, и всех я их очень люблю. Я вас очень люблю. Ну, Иванавки. Моя любимая группа это Maroon 5. Я их просто обожаю. Это моя вечная любовь, и я никогда не разлюблю их. Их песни просто шедевры, и это шикарно. Когда я вырасту, я стану актрисой, и я очень хочу играть в американских фильмах. Это просто моя мечта всей жизни. Будем надеяться, что все у меня получится. Когда-то у меня был попугай, да. Сейчас у меня его нет, потому что мы ее отдали, потому что она, когда мы ее выпускали, летать по комнате, она какала с люстры, и она постоянно любила зернышками сорить. Спасибо. Да. Я очень много смеюсь. Это странно немного, но на самом деле на каждом уроке я не могу не посмеяться, это просто не я. Это вообще какая-то долбанутая тогда Вика, потому что да, я всегда смеюсь, это нормально, и да, без комментариев. Я обожаю сладкое. Это моя любовь. Это моя любовь всей жизни. Я была маленькой, и моя баба всегда, когда я к ней приходила, она такая, хоп, кулечек, конфеток. Бекон, попкорн делаем жирную. Спасибо. Мой любимый цвет фиолетовый. Ну, вы это знаете из моего первого видео на моем старом канале, да. Сейчас это прозвучит просто мега странно, и, наверное, никто так не делает, как я. В общем, я говорю не мебель, а небель. Через «не». Да, ну просто, да. Я хожу на танцы. Уже пошел 8-й год, как я на них занимаюсь. Танцую. Весь прикол в том, что если я пойду на какую-нибудь дискотеку, я просто не буду танцевать по той причине, что я не умею. Я не умею танцевать. Как там все там что-то дрыгаются, Просто поучусь у Кариночки Павловки. Она там на балконе со Snoop Dogg'ом курит. Удачи. У меня есть моя любовь. Я обожаю его. Это просто шикарно и просто... Ну, как человек, это не человек, да, вы удивитесь. Знакомьтесь, это Умка, да, это мой маленький усё-пуся, говнюся, я его просто обожаю. Посмотрите, какие у него глазки. Я купила его на Байкале, да, и это было лет 5 назад, может 4-6, не знаю, когда это было. В общем, я его купила, я очень рада этой покупке. Умка, поехали в Алай. Еще одна странная моя особенность, когда я иду с друзьями или вообще с кем-либо, если идет двое человек, я и кто-то, я иду слева. Мы идем втроем, то я иду посерединке. И это мое место, и на него просто никто не должен вставать, это только мое место. Просто там лучше всех слышно, видно, и вообще идеальное место, да. Ну, я вижу свою тень. Привет, тень. Как у тебя дела? У меня тоже все хорошо. Я живу в Новосибирске. Ну как в Новосибирске? Я живу в пригороде. Это село Прокутка. И не надо говорить, типа, ой, и сельхозстрой, сельская баба. Девка какая-то лошара. Фу на тебя. Сами вы сельские. Я вообще-то из село Сити. Это супер место. Ой, знаете, когда я улыбаюсь, у меня как будто второй подбородок есть. Но его нет. Шу. Камера, ты что делаешь? Я боюсь насекомых. Это просто... Да. Я просто... Боюсь их очень сильно. Ну да, за исключением мух и комаров. Но остальных всяких там паучков, всяких придурков прочих я очень боюсь. И я вообще, я просто ору. Да. Я тупая, бесчувственная сволочь. Да. И в принципе я горжусь этим. Тупая, ну что поделаешь. Все мы не идеальны, все мы не гении. Бесчувственная, ну да ладно, господи. Сейчас все сволочь. О, ну да, все, объяснила все. Моя самая любимая игра это Симсы. Я обожаю Симсы. И прикол весь в том, что я люблю не четвертые Симсы. Я люблю третьи Симсы, понимаете? Третий. Просто да. Моя любимая песня это Maroon 5 Animals. Я уже сказала, что я люблю Maroon 5. А, любимая
их песня, ну, моя песня, это Animals. Это просто шедевр, ребята, я вас обожаю. Еще я люблю коверкать имена. Ну, как коверкать? В общем, я называю Умку не Умкой, а, например, Умяшу, Умяшек-пельмешек, Умёсик. Да. Так вот, я всем говорю, я обожаю коллекционировать магниты. Я просто их обожаю. У меня весь холодильник, ну, не весь, но холодильник увешан магнитами. Да. Я вам сейчас покажу. Это было мое видео про 20 фактов обо мне. Вроде я все 20 написала, если что-то не написала, ну, тупица. В общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И с вами была Виктория Уайлд. Всем пока!